Здравствуйте! Сегодня с вами Наталья Боярская, и вот о чем я хочу поговорить. Когда я сегодня предлагаю людям создать дополнительный доход, получить какие-то деньги от партнерской программы, просто принять участие в партнерской программе в прекрасной теме – развитие новой международной социальной сети для туристов. Они мне говорят, что им как-то неловко, даже стыдно сделать такого рода предложение своим друзьям. Ну, кому я буду предлагать? Ну, кому это надо? Вот давайте порассуждаем о стыде. Стыдно сделать рекламу компании, которая вам за это готова заплатить. Стыдно произнести своим друзьям: а давайте создадим вам дополнительный доход. Давайте просто подработаем. В конце концов, ведь можно начинать полчаса-час после работы. Может быть, все-таки стоит подумать о том, что действительно стыдно. Стыдно не иметь возможности видеть, как растет ваш ребенок, потому что вы день и ночь на работе, на трех работах, чтобы типа у него все было. А может быть, у него нет самого главного – возможности заснуть с маминой рукой под щекой, потому что мама на трех работах устала. Стыдно не иметь возможности купить ребенку игрушку, которая нравится вам и ему. Я не призываю заваливать его игрушками с ног до головы, но ведь, согласитесь, бывает такая ситуация. Стыдно не иметь возможности купить маме нужное лекарство или отправить ее в санаторий. Ну, вы же мало заработаете в этом месяце, и вашей семье эти деньги будут в обрез. Стыдно просто не иметь возможности красиво одеть жену, сводить ее в театр и ресторан. А в вашу голову это и не приходит. Вы прекрасно отдыхаете, гуляя на природе. Я рада за вас. Но ведь в жизни очень много интересного. Да и природа в мире такая разнообразная в разных странах. Почему вы заранее от этого отказываетесь? Давайте все-таки решим. Не стыдно работать. Не стыдно зарабатывать. Стыдно, особенно молодому мужчине, постоянно искать оправдание тому, что вы себя ограничиваете во всем. Вот об этом и подумайте. Тем более шанс, который мы предлагаем вам сейчас, очень приятен. Это продвижение новой соцсети для туристов, это объявление возможности дешевых путешествий, это игры и конкурсы, которые позволяют вам получить скидку на предлагаемые компании путешествия. Это, наконец, в перспективе роскошная, с очень серьезными выплатами партнерская программа. И что тут стыдно предложить людям? Тем более для посетителей наша соцсеть совершенно бесплатна. Но сейчас я приглашаю вас не только в посетители, но и в партнерскую программу, ибо она достойна того, чтобы ей поинтересоваться и чтобы в нее включиться. До встречи! Сначала в нашей соцсети, а потом и на лучших курортах мира. Он не получка, не аванс, он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Шанс! Его так просто упустить, но легче локоть укусить, чем новый шанс заполучить.